все, погнали. 8:40 мы. Так, ну все, ребятки, начался у нас новый день. Пасмурно сегодня в Уфе. Второй день у нас соревнований. Фу, нифига не выспался. Диван не очень. Надеюсь, сегодня соревнования будут получше. Уже позавтракали. Вот так вот наши кухни. Че, готов сегодня всех порвать? Всегда готов. Капитан у меня все время готов. Не то, что я. Я еще глаза не протер. Причесаться. И выходим. Снова идем по стройке, по грязи. Вчерашняя первая попытка вырваться из грязи в князи обернулась полнейшим провалом. И лишь третьим местом, господи, вчера еще шел, как бах, головой пока записывал. Этого надо было видеть. Как я себе еще поску не снес, это вообще невероятно. Самая нелепая смерть, там, как это, премия Дарвина, или вот это было бы прикольно. Ой, нелепо. Короче, я отвлекся, я от мысли. Вчерашняя, да, попытка завершилась полнейшим крахом. И мне в голову пришла просто веселая мысль, что пока тебя другие игроки 10 раз тебя же в эту грязь не ткнут мордой, откуда ты вылазишь, стать чемпионом не получится. Поэтому встали, сегодня с утра отряхнулись, всю грязь вымыли и по новой. Вторая попытка, второй заход. Надеюсь, он будет более удачным. Да, капитан? Разводит руками капитан. Так, девчонки, чемпионки, привет. О, казали. Салют спортсменам. Привет. Я сегодня как ты, блин. Выходим уже в двери. Я такой, ох ты ж, ёб, надо же трусы одеть. Забыл трусы. Не, я сегодня в трусах. А сегодня в трусах. Все прохладно было. Вчера жарко было. Вчера жарко, вчера вообще 33 градуса было. Сегодня уже в трусах. Фу, да, все. Сегодня другой день. Здрасте, все, все пришли уже рано, пора переодеться. Так, ну все, друзья, переоделись. Сегодня у нас личный турнир. Кубок Салавата Юлаева. Да, всероссийский рейтинговый турнир. Поборемся. НДЛ вперед! Так, все, развешали сеточки. Играем групповой этап. По 4, где-то есть 3. Ха-ха, Башарин, Щетников, Дымчук. Вот это вообще не повезло ребятам опять. Все свои в одной группе. Ну что за жеребьевка? Господи Иисусе, как так? Так, вчерашние результаты. Горбунов, Мишин, третий. Да, все правильно. Так, что у девчонок? О, посмотрите, даже чемпион России здесь. Лена, привет. Чемпионка, привет. Чемпионка. Ка. Так, у девчонок групп 8. Девчонок, как всегда, меньше. И Настя. Друзья, вот видите, начался первая же моя игра сразу же с поражения. Сережа меня просто раскатал в хлам просто. Кидает 180, 140. Я вообще не знаю, что делать, что происходит вообще. Ты плохо руку жал. Все. В группе у нас всего 3 человека, у меня последний шанс. Вообще нормально. Огреб люлей называется в первой же игре. Пошел на дно. Все. Король умер. Да здравствует король, да? Тихо, все, собрался.
Че, вы бул разыгрываете? Да. Все. У нас началась игра. Шутки закончились, да. Да, все, теперь ты номер один. Все логично. Дима, хватит, не стань. Давай, поехали. О, друзья, посмотрите, что нам сегодня принесли, какие подарки. Ну, рассказывайте, показывайте, что тут у вас. Выиграйте сначала. А, выиграйте сначала? Да. Хорошо, уговорили. Нифига себе, первое место, чемпионат России по миксту. Хорошая, все, цель, как называется, визуализировали. Хотя эта штука, конечно, не работает, но в моем случае главное потрогать еще надо. Заговорить, так сказать. Нифига себе, тут еще какие-то кубки принесли. Офигеть. Там еще вкусняшки будут. Вкусняшки? А, как в прошлый раз, кефирчик, сметанка, да? Мед. Мед? Мед. Отлично. Отлично, просто отлично. Да? Так, завершился у нас групповой этап. Выхожу я с первого места, несмотря на поражение. Потому что, что хорошо в группах, когда ты проигрываешь, еще не повод расстраиваться. Главное собраться и дать жару в следующих играх, что я и сделал. А у нас ребята еще продолжают сражаться вовсю просто, вовсю. Опять все свои, уральские. Пестов, Щетников, Башарин, Демчук. Вообще жеребьевка какая-то, блин, странная штука. Все время не везет. Всегда на своих попадаем. Пока у нас, понимаешь, одни сражаются, борются, пытаются выйти из группы. Другие у нас на пляжу, в негляжу. Объясняют нюансы дартса для молодежи. Мастер и ученик, понимаете? Видите, как мастер вальяжный. Тимур нужно закрывать вот так вот, да? Ну что, Саша, соберись, давай уже. Ты должен выйти из группы. У меня все хорошо. Все хорошо, играй давай. Ты только камеру убери, и у меня все получится. И все будет хорошо. Не все игроки могут играть на камеру почему-то. Что за такое отношение к объективу, я не совсем понимаю, конечно. Ну да ладно. Вот Денис, мазался, что ли? Вот Денис хорошо играет на камеру, да? Нет. Нет, тоже такой спрос. Вырежи меня. Я тебя вырежу. Вырежи меня. Вырежи его и встань. О, опять мастер за работой, ребята. Руда пошла. Вот так вот здесь вот. Сильность простейшего броска. Трудовые это будни, так сказать, Юры Салева, работаем на полную катушку. Фух, ребятки. Ой, тяжеловато, конечно, выдалось. Но вообще, это самая интересная игра, когда ты вообще решающая игра. И от этой игры зависит, выйдешь ты из группы или не выйдешь из группы. Вот это самое интересное и самое бодрящее. Сразу организует тонус тотальный, то есть мобилизация всех внутренних ресурсов на достижение победы. Может быть, я это говорю, потому что выиграл. Если бы я проиграл, пел бы совершенно другую песню. Черт его знает. Но еще поиграем. Да. Давайте идите, фоткайтесь. Как эта знаменитость заколебала, да? Давайте мы на трибуне сядем. Да, вот. Здесь нас. Здесь нас. Ничего, где? Сели все. Я уже сел. Присмотри. Смотри, я как Лёха. Да, просто. У меня другие были как будто. У меня мама сидела, поэтому я знаю. Так, можно? Вот она цена популярности, ребята, видите? Каждый болельщик приходит и обязательное фото. Каждый болельщик желает стать. Организаторы уже приготовили таблички. Скоро у нас официальное открытие соревнований в 12 часов дня. А вот это все великолепие для победителей. Смотрите, какие красивые кубки нынче. Вау! С гербом России все дела. Да что это? Кубок Салавата Юлаева. Так, все, группы закончились, да? Нет. Еще нет, еще одна осталась. Ты где? Вы играете. Там Курицын дальше. Он просто злой после. То есть ты вот здесь будешь? Я здесь буду, да. Я ж тебе говорил, второе место надо занимать. Да блин, Дим, ну я не могу меньше 30 набор сделать. У меня там 37. Вот такие участники на Кубке Уфы, видите, бывают. Так что не сидите дома, приходите, всех выигрывайте. Так, вы в курсе, что
В дартс в кепке играть нельзя. Я это знаю не понаслышке. А я видос снимаю. Отлично. Так, пока Борис Кольцов фотографируется для обложки журналов, как там их называют, таблоидов, наш супергерой, которому сейчас предстоит сразиться с одним из участников чемпионата мира, это Александр Озеров. Где же он у нас? Ну что, ты морально готовишься? Да. Сейчас буду с самым крутым перцем играть. Я же 16-м вышел. Надо было с первого места выходить. Ты лопух, ты должен был обыгрывать того синего из Самары. Так не закрываю это. Вот и проиграл. Вот и тренируй закрытие. Знаешь, это твое слабое место, тренируй больше закрытие. То есть ходи по кругу, по закрытиям и все. Гораздо чаще, чем по утроению. Ну что, готов дальше? Конечно. Все, хватит. Легко, да? Все, Максим готов, я тоже готов. Начинаем, ребятки, стадию плей-офф. Главный судья у нас объявил. Посмотрим, те, с кем же я играю. С Кольцом играю. Ее кубка снова снимаема. Судят. Судят. До 4 побед. А вот и мой соперник. Вы посмотрите просто. Это герой Ижевска. Егор Камитрюков. Самый маленький из всех маленьких злодеев. Кубка снова снимаема. До 4 побед. Ты вышел? Че, маленькую звезду забрали? Все. Вот видишь, даже ты проиграл, тебя все равно берут фотографироваться. То Хватулин еще играет. Ему! Иди фотографироваться, быстро! Ну-ка метнулся сюда давай. Да. Все, задолбались с этими фотками, да, скажи? Тяжело быть звездой. Нет, мега-звездой тем более. Свою порцию славы получил. Ваши парни-то там вообще на расхват смотрю. Не успевают фотографироваться, говорит, уже надоело, это популярность. Ну, Саня, конечно, бомба, блядь. Вот это хладнокровный убийца просто. 109 закрыть в решающем леге. И мы с ним будем играть дальше. 67-32. Кадочников папарацци? Ни разу у Вадика нет ни одной фотографии, ни с одного турнира. Как нет? Вот. Да не говори. Леха, тебя видно все равно за стойкой. Не видно, не видно. Не видно? Так, зашевелился народ. Зашевелился народ. А что это значит? Это значит, что сейчас будет официальное открытие соревнований. А вот и наш главный чемпион. К. Что ты ищешь? Тольятти, Самару? Мордовии нет. Мордовии нет. Ужас, ужас. Все, протест. Пишем. Протест. А где? Пожалуйста. Где ваша табличка? Где Красноярский край? Где Красноярского края нет тоже таблички. Нет. Ужас. Кирилл, пожалуйста, табличку Башкортостана берешь? Роберт. Все, Тюмень здесь. Свердловская скромно стоит одна, маленькая. Весь Свердловск где-то разбежался. Пенза сегодня тоже одна, но зато какая. Так, это у нас кто? Ямало-Ненецкий тоже. Вот так вот, как меняется поколение. Ни Сизова, понимаешь, ни Женя Дивиденко, да, зато вот бойцы приехали. Ну, в мульти, как всегда, самое многочисленное практически. Юра, Юра, посвети на камеру. Вот он, Челябинск, главный. Да, я тебе Горбунова сделал. Ура! Все, Марков просто герой дня. Герой дня, елки-палки. У нас 29 человек. Из Челябинской области? Охренеть. Короче, это не кубок Уфы, это кубок Челябинской области. А, это еще отбор был? Это брали, да. Господи Иисусе. В городе Уфа, в республике Башкортостан. Мы всегда вам всем рады.
нас, как всегда, я говорю, душа у нас на распашку. Ну, за то, чтобы победы! Народ не хочет кушать. Кто попал в 16, продолжает свой турнир. 9 по 16 мы вызываем. Мальчик, мужчины, а 17 по 24 женщины. А с обратной стороны играет кубок. И жаркая Тюмень. На улице снова жарища. Но, ребятки, внутри, я вам скажу по чесноку, тоже жарища не меньше просто. Накал страстей просто зашкаливает. Остались 16 лучших игроков. Всего лишь. Сейчас поборолись с Сашей Гущей из Зеленогорска, с Красноярского края, если кто не знает вообще. Между прочим, один из призеров Атомиады, который играл за сборную Росатома в Болгарии в этом году и завоевали золото, то есть серьезный такой игрок. Блин, ну в упорной борьбе мы с ним сыграли 4-2. Вообще понравилось. Люблю вот такие игры, когда все в напряженку просто. Все на тоненького. Одновременно соперники приходят к закрытию, то есть друг от дружки не отстают. И только в самом конце решается судьба лега. Вот это вот такие матчи я люблю. Прям бодрят неимоверно. Даже когда проигрываешь, все равно ты понимаешь, что ты играл отлично, хорошо. То есть за свою игру не стыдно. И получаешь даже какое-то удовлетворение, несмотря на от проигрыша. Вот, я уже в своих видосах это как-то рассказывал. Но вот сегодня довелось выиграть опять в таком же поединке. Солнце в зените. Час дня. Продолжаем турнир. Все садятся перекусить. Все игроки решили играть без обеда нынче. Так. А тут два Михаила сражаются. Один из Михаилов будет моим соперником сейчас. 2-3. Через болт. Нестандартно. Ну что, все он знает, все, прикидывается. Уже зубы заговаривает уже. Один из Зеленогорска прошел. Привезете еще больше народу, пройдут два. Да, ну борьба 4-3, Олег вообще. Сашу Башарина заборол, прикиньте. Девятидротикового Сашу Башарина. Обидел.
Так, а здесь у нас идет Махач за Кубок Уфы. Кубок надежды своеобразный. Для тех, кто не прошли в 1-16. А Диме удачи. Спасибо, Миша. Сам начинает руководить, блин. Руженцев там. Один тут надо. Горбунов выиграл 4-2. Не подходит. Я вот подошел, говорю. Отлично. Горбунов очень поздно подходит. Сначала идет буфет, наестся, а потом сюда приходит и говорит, я выиграл. Но есть такой грешок, ребят, люблю поесть, сами же знаете. Все, кто ест, приятного аппетита, кстати. Давай, что, начнем? Объявляйте. Ну что, друзья, начинаем 1/4 финала. Первые уже ребятки здесь. Фадеев, Кольцов. Неплохая, да, заруба? Так, Шульгина почему-то уже мужиком стала. Сейчас будет тоже наяривать. В мужскую пришла сетку, видишь? Правильно. Может, тебе на язык, чтобы я мужиком стала. Да? Итак, решили 25. Остальные потерялись где-то. Все, друзья, все закончилось. Для Миши Курицына, а для Горбунова все продолжается. 4-0 удалось мне в этот раз с ним сыграть. Ну чудо не иначе, чудо. Первые 3 или 2 лега что-то 100% закрыто. Продолжаем дальше. И ребята уже почти закончили. Что-то Боря недовольны. Что случилось? А, Алексей Кадочников зачехляет дротики. Все. Его тоже обидел кто-то. А, Рома Обухов его обидел. Это значит, что я с Ромой Обуховым буду сражаться за выход в финал уже. Полуфинальный матч, ребят. Что там у вас было? Что произошло? 100%. Секс. Красавец. 100% это жесть. Я набрал. Вот. Я в булки дал один раз. В булки дал, да? Вот видите, какие люди в Чехию едут, в Прагу. 100%. Дим. Вместе ездим. Но я же про себя скромно умолчал. Молодец. Я надеюсь, вы там друг против друга не будете играть. А да кто знает, это жеребьевка такая страшная. Финал-то был бы очень даже. Да, два русских, чтобы в финале, это вообще было бы песня. Ну это круто, слушай, 100%. Я Мише первые два лега за 100% закрыл, да. Бля, 96 набор, едите колоти, вы посмотрите, как играют, да. Не только в Тюмени играют за 90, видите? Первый тоже. И у одного, и у второго. 108, 104. Мама дорогая, чё я сюда приехал? Сразу в Прагу. И сразу в Прагу, да. Чё, ты судил? Да. Кайфанул? Вообще. Чё вообще происходит? Блядь, реально. Кадуха проиграл, потому что Обухов сразу закрывал, а Кадуха не попадал. Да. Спасибо, тренер. Вот хорошо, что тренера иногда нету. Он иногда умеет пинок дать, иногда уйдет грамотно, да. Пропадет куда-нибудь. Это очень хорошо сказывается на игре. Спасибо вам. Че, вот такие тренеры нужны. Не нашел курицу. С Ромой Обуховым. Он ходит, 28-й. Рома? Да. Какой счет у них? 4-1. 4-1. Жесть. Жесть. Я в шоке. Надо быть вот как Юра Салев, четырехкратным чемпионом России. Короче, многократным. Но еще работать и работать над этим. Вау! Вот он идет, герой дня, Зеленогорск. Как минимум бронза есть, да? Сейчас будешь с Борей Кольцовым сражаться. Валить, я бы сказал, валить. Валить Борю Кольцова будет. Я хочу сказать вот за этого человека. Человек пришел и говорит, слушай, меня, говорит, посеяли неправильно, абсолютно. Я должен был быть на этом месте. Я говорю, Олег, подожди. Ты будешь? Нет, тот путь, который пришел к нему, он был не зря, правильно? Видишь? Осталось Борю завалить. И все, финале будет. Видишь, какая судьба у тебя. А то был бы на месте Гущи сейчас. Слушай, а прикинь, как здорово, когда два человека из одной группы играют в финал. Очень здорово, скажи. Справедливо. А ты что, с ним в группе играл? Да. Охренеть. Представляете? Из одной группы уже прошли. А он поэтому и говорил, ну нет, меня не туда посеяли, я неправильно. А вот посмотри, вот Дим, наведи на него камеру сейчас. Смотри, я сейчас лимон, я сейчас ему лимон нужен.
довольные, блядь. Да, молодец. Вот так вот бывает, видите, в одной группе уже сразу в полуфинале играют, встречаются. Да, кстати, самая бомбезная, офигеть. Салев, вон он играет уже со Стебиным. Трехгорный против Екатеринбурга, Азбет судит. Я аж вспотел, вообще жара такая неимоверная просто. Когда играешь в напряжении в таком сразу. Руки надо мыть, кстати, чаще, очень липкие становятся. Все, выиграл? Да. Всех? Еще Кубок Уфы захотел выиграть? Ни хрена себе, молодой у нас, да, вообще борзый. Правильно делает, стоят самые амбициозные цели себе. Загребать все золото, все кубки, все себе, все в дом. Хозяйственный. Там Салев все, живой. Играй, Юра, давай. На тебя вся надежда. Спасай Екатеринбург. За кубок Уфы дерутся, ребята. Это вот этот наш герой дня-то, который сегодня первого номера рейтинга выхлестнул. Да, лично. Я такой, я сделал сегодня как у нас с самого утра. Чем монстр. Просто разорвал. Да. Пока единственный, кто обыграл. А, нет, еще в парах вчера, да. Конечно. Ну, в парах это уже так. Дима, я за личку смотрю. Можно один вопрос? Давай. На как? Господа, вот вы знаете, вот этот человек и вот этот человек работают в Росатоме, в Роскомпарации. Представляете, какие крутые дартсмены, что играют в полуфинале с самыми крутыми другими дартсменами. Один без работы, другой, я не знаю, где работает. Да, на Росатом рулит. Один против Ромы Обухов, второй против Бори Кольцова. Жесть, просто жесть. А все, Лехи Кадочникова уже нет. Сет и матч. Да, хорошо, все. Печаль, тоска, друзья. 12 проклятые закрытия. 6 дротов не закрыл. Ужас. Видимо, все закрытия 100% потратил на Мишу Курицына. Вот что, стопудов. Закрыть бы и все, и твое. Кто спорит? Да, все. Третье место опять. Опять третье место. Ладно, будем настраиваться на завтра. Еще завтра будем играть. Опять не поиграю с Борей Кольцовым. В Москве на Кубке Харус не удалось поиграть. И в Уфе не удалось поиграть. 5-3. Вот так вот все закончилось.